Надо самое безнадежное просить мне что-то позитивное. Я как бы нашла, наверное, самое позитивное. Она ждет мира и целый вечер на заплеванном пирсе толпа туристов, но она упорно идет на пристань, будто 20 лет, и заняться нечем. Можно шить сарафаны, играть на флейте, завести канарейку, учить английский, но на море с заката приходит ветер, и по морю бегут голубые искры. Она едет на поезде автостопом, чтоб на пирсе бездарно потратить лето. Море очень ревнует, оно утопит корабли с парусами любого цвета, и целует колени ее и плечи, и выносит к ногам золотые кольца. Я прекраснее неба, могучий вечер, приходи же ко мне, ничего не бойся. Она ждет героя, и целый месяц ни один капитан не бросает якорь, море бьется в истерике. Море бесит и мечтает уже научиться плакать и стать котенком на синей крыше, пароходиком с погнутую трубою, чтоб она его тоже могла услышать и купить билет, и забрать с собою. По ночам ей снятся морские кони, а с утра до окна до причала лужи море сыплет жемчуг в ее ладони. Он холодный, гладкий и ей не нужен. Она ждет героя, сентябрь скоро, и в Азовский вокзал духота и гомон. Но когда она возвратится в город, силуэт корабля проплывет над домом. Она ждет героя. Yeah.